Любовь – самая стойкая сила в мире. Это творящая сила, самый могущественный инструмент, доступный человечеству в его стремлении к миру и безопасности. Love, the most stable force in the world, this creative force, the most powerful tool available to humanity in its quest for peace and security. Однажды кто-нибудь должен напомнить нам, что хотя между нами существуют политические и идеологические различия, вьетнамцы – наши братья, русские – наши братья, китайцы – наши братья, и однажды все мы сядем вместе за братским столом. One day somebody should remind us that, even though there may be political and ideological differences between us, the Vietnamese are our brothers, the Russians are our brothers, the Chinese are our brothers, and one day we've got to sit down together at the table of brotherhood. Тебя нельзя оседлать, пока ты сам не согнешь свою спину. A man can't ride your back unless it's bent. Ахиллесова пята насилия в том, что оно – ведущая в пропасть спираль, рождающая именно то, что пытается уничтожить. Вместо того, чтобы уменьшать зло, оно приумножает его. Силой вы можете убить лжеца, но не сможете убить ложь и помочь правде. Вы убьете ненавидящего, но не уничтожите ненависть. Напротив, насилие увеличивает ненависть. И так по кругу. Цепная реакция зла – ненависть, порождающая ненависть, и войны, порождающие новые войны, должна быть разомкнута. Или, иначе мы скатимся в темную пропасть самоуничтожения. The Achilles heel of violence is that it, leading to the abyss spiral, giving birth is something that is trying to destroy. Instead of reducing the evil, it multiplies it. Strength, you can kill the liar, but you cannot murder the lie and help the truth. Hating you kill, but do not destroy hate. On the contrary, the violence increases hatred, and so the circle. The chain reaction of evil, hate, generating hatred and war, give rise to new wars, must be open, or else we slide into the dark abyss of self-destruction. Великим может стать каждый, потому что каждый сможет служить. Чтобы служить людям, не обязательно иметь высшее образование, не обязательно правильно ставить ударение в словах. Все, что нужно, это сердце, в котором есть благодать, душа, в которой действует любовь. Great could be anyone, because everyone can serve, to serve the people, not necessarily to have a higher education, optional right to put the emphasis in the words. All that is needed is the heart, which is grace, the soul, in which love acts.